Апноэ Клаб Горький представляет. Друзья, привет! С вами команда Апноэ Горький, и мы рады приветствовать вас в 50-метровом бассейне города Дзержинск. Сегодня воскресенье, а значит, наши регулярные тренировки по выходным. Да, выходные мы плаваем именно в 50 метрах. Не за горами региональные соревнования, поэтому ребята готовятся. Мы страхуем. Александр, страхующий. Ну и сами тренируемся, чтобы не терять форму. Будьте с нами и оставайтесь в форме. Готов? Конечно. Первая тренировка в полтиннике. Надо же соревнования готовиться. А то люди же на России выступают. А мы готовимся к своим соревнованиям. Ну, здорово. Привет! Я взяла костюм, потому что я не знаю. Второй попробуем. Спортсмены настраиваются. Спасибо. Что это? Фридайвинга до конца жизни. И твоих детей, и твоих внуков с проклятием до седьмого колена. Что происходит, да? Даша, скажи пару слов, как прошла тренировка. Нравится. Когда 50 метров, вообще ни о чем не думаешь, просто плывешь и плывешь себе в кайф. А еще вот это ощущение в ходе большой глубины. Потренировались хорошо? Сколько проплыл? 4 по полтиннику. Первый раз в моноласте? Первый раз в моноласте. Крутяк. Ну что, как прошла тренировка? Тренировочка прошла замечательно, получилось поплавать по заданию и поснимать ребят.
Я думаю, вы все сами оцените в нашем новом видео. А что ты пьешь? Из бассейна. Ароматный кофеек. Я сегодня не обедал. Вот Юля у нас выходит наконец-то. Уже бассейн закрылся. Это был очень энергичный танец. Да? Да. Тебе понравилось? Очень. Супер. Сколько нырнула? 90. Ну, надо еще полтора часа тренировки. Не хватило. Полтора часа не хватило, надо еще полтора часа. Да, да. Вот так примерно спортсмены. Понятно. Остался Володя только у нас. Ну что скажешь? Как тренировка прошла? Первая тренировка прям отлично прошла. Ну, первая в полтиннике, да, ты имеешь? В полтиннике, да. То есть у нас их будет несколько, да. Сколько нырнул? 125 белластых давно. Вот так. Просто посмотреть. Никогда раньше белластых не нырял на дальность. Просто решил посмотреть, как чего присмотреться. Ну, там запас еще есть. Вот, поэтому будем потихоньку двигаться дальше. Прибавлять, да? Супер, прибавлять. Ну, отлично. Ну, вот так вот прошла наша первая тренировка в 2020 году в полтиннике. Все довольны. Будем сюда приезжать по воскресеньям, чтобы нырять длинные дистанции. Такой вот у нас план. В декабре ожидаем, что будут региональные соревнования, где мы, в общем-то, и закрепим результаты, которые получим на этих тренировках. Присоединяйтесь к тренировкам. Всем пока!